Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить самый обычный, но очень вкусный свиной бетон. Что нам для этого понадобится? Килограмм свиного бетка, мука, яйца куриные, растительное масло, перец, соль, как всегда, хорошее настроение. Первым делом мы помыли наш биток и теперь должны его нарезать. Нарезать будем шириной примерно сантиметр. Это блюдо, конечно, готовится очень быстро и очень элементарно. И я считаю, что это блюдо очень вкусное. И обязательно берите мясо, чтобы это был свиной биток, никакое другое. Вот такими вот кусками мы нарезаем. После того, как мы нарезали мясо, его нужно отбить. Чтобы его отбить и у вас на кухне осталась чистота, и брызги мяса не разлетались по всей кухне, нужно его желательно отбивать в пленке. Я беру обычную стречевую пленку, обычно его закрываю и отбиваю такими вот движениями. Отбиваю с обоих сторон. Отбиваю с одной стороны. Разворачиваю пленку. Или можно, в принципе, даже такими движениями не разворачивать пленку, просто перевернуть, также отбить с другой стороны. Приступаем к следующему. После того, как мы нарезали и отбили наше мясо, теперь нужно его просто поперчить и посолить. Перчить и солить мы будем по вкусу. Немножко перца. Немного соли. И это делаем с обоих сторон. Немного соли. Немного перца. И складываем в тарелку. И даем постоять хотя бы 10 минут, но не больше. Чтобы битки не сильно у вас просолились и не были жесткими. Когда мы посолили и поперчили битки, теперь нужно взбить яйца. Вот таким образом немножко, чтобы они хорошо размешались. Три. У нас накрылась сковородка, теперь нужно залить растительное масло. Пока масло нагреется на сковородке, что мы делаем с битками? Мы битки опускаем в муку. Чтобы не оставалось лишней муки, мы берем его просто стушиваем и опускаем в яйцо. Хорошо промалкиваем, чтобы полностью яйцо покрыло весь биток. Тоже пусть немного у нас течет и выкладываем на раскаленную сковородку и обжариваем до хрустящей корочки, потом переворачиваем. Приступаем к следующему. Хорошо обмакнули, дали стечь и выкладываем. Мы обжариваем на среднем огне, как я еще говорил, до золотистой корочки. И переворачиваем, и опять до золотистой корочки. Они с обоих сторон обжарились до хрустящей корочки, в принципе, битки у нас уже готовы. Вот такое вкуснейшее, сочное, аппетитное блюдо у нас получилось. Оно элементарно готовится очень быстро и подходит практически под любой гарнир. Всем советую попробовать, вам очень понравится. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих. Пока!